Пневматический пистолет STGR 4,5 мм от компании Stalker. Вы на канале «Попади в десятку». Меня зовут Евгений. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Stalker и относится к типу газобаллонной пневматики. Боевым прототипом выступает Джерика 941. Стреляет пистолет стальными шариками калибром 4,5 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела его необходимо заправить газовым баллончиком CO2 в магазин, который вмещает в свою очередь 21 шарик. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, он находится на обоих частях корпуса. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и цели. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 205 мм. Затворы обозреваемой модели выполнены из металла, а рамка из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу меньше, чем 1 кг. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует с правилами Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, тебе не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная модель, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.